Готова ли честно отвечать на все вопросы? Да. Сколько тебе лет? 31. Сейчас ты с кем-то встречаешься, замужем, свободна, разведена? Разведена, свободна, счастлива. Веришь в гороскопы? Да. А в Бога? Больше. Какой ты национальности? На 82% узбечка. Кем работаешь? Я персональный тренер. Ты сама себя обеспечиваешь? Да. Сколько тратишь денег в месяц? Больше 1500. Сколько зарабатываешь? 500. Сколько у тебя долгов? 1500 на данный момент. Сколько или что предлагали за секс? 10 000. У тебя есть машина? Нет. Какой у тебя телефон? iPhone XS. Это подарок? Да. Тебе изменяли? Да. Ты изменяла? Нет. Ты прощала измены? Нет. Ты делала аборт? Да, медикаментозный. На тебя поднимали руку? Да. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Нет. Куришь? Бывает. Употребляла наркотики? Пробовала. Настолько ли ты счастлива в жизни, как на фотографиях? Нет. Думала о самоубийстве? Когда-то давно, да. Какой у тебя есть комплекс? Что я недостаточно хороша. Материшься? Ох, да. Часто врешь? Нет. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? От моего идеала на 7-8, а так 10. Ты одинока? Все мы одиноки, но нет, у меня есть ребенок, все хорошо. Все мужики козлы? Нет. Имеет ли значение для тебя возраст парня? Да. С милым рай в шалаше? Уже нет, раньше да. Встречалась с женатым мужчиной? Да. Хочешь уехать? Да. Как можно познакомиться с тобой? Кто хочет познакомиться? Инстаграм приносит тебе счастье? Бывает, волнами. Делала пластику лица или тела? Делала. Размер имеет значение? Да. Ты принцесса? Я принцесса. Кстати, я маленькая принцесса 2000 года.